Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 505. Вычислите. Запишем А. 1/2 плюс дробь в числителе минус 1 в знаменателе 2. Можно записать как 1/2 плюс минус, который стоит в числителе, можно поставить перед дробью. Минус 1/2. А это сумма двух противоположных дробей. А мы знаем правило. Сумма противоположных дробей равна нулю. Значит, сумма этих двух дробей, 1/2 минус 1/2, равна нулю. Б. Дробь в числителе минус 5 в знаменателе 6 плюс дробь 5/6. И опять, минус, который стоит у нас в числителе, можно поставить перед дробью. Получим дробь минус 5/6 плюс дробь 5/6. Это сумма двух противоположных дробей. Сумма этих дробей равна нулю. В. Дробь в числителе минус 2 в знаменателе 3 плюс дробь 2/3. По аналогии с только что выполненными заданиями А и Б можно записать, что это сумма двух дробей минус 2/3 и 2/3. А это сумма двух противоположных дробей. Их сумма равна нулю. Мы сделали задание номер 505. Если у вас есть вопросы или предложения, то оставляйте свои комментарии под видео.